ох, эти девчонки Малибу. Ох, эти эротические девчонки Малибу. Творческая студия. Позитивного мышления, сила позитивной мысли, Татьяна Салмановна и Мактум Сайфуди. Такие хозяйственные немножко вопросы для моего кафе-ресторан красоты да бьюти. Мне нужно купить, схожу в магазинчик, куплю себе такой поздний ланч, завтрак, мороженое. Так что вот. Заодно мусор вынесу, там в банк на улицу. Так что вот. Ну я же вам уже сказала, не надо звонить этим девчонкам Малибу. Не надо звонить. Что вы звоните этим девчонкам Малибу? Ну звонит. Тиньков, банк Тиньков прислал мне сообщение. Обратите внимание. Банк Тиньков, 550 рублей, please. Oh, please. 550 рублей. Ну да. Так что надо богатеть. Срочно нужно богатеть. Богатеть. Ах, на повестке у нас ожидается тантра, тантра-йога, ох, денежная йога по Наталье Правдиной, да, это тантра, школа очарования, ах, быть такой вкусной, сладкой, как сказка, раскрыть свою оргазмичность, ах, быть такой мультиоргазмической, да, ах, быть такой мультиоргазмической. Девочкой. Ну ладно, жди меня, я вернусь с мороженым. А, деньги. А, любовь моя, куда же ты пошла без денег? Ну да, где этот миллиардер? Что-то сегодня не пахнет этими сигарами.
Да, где этот миллиардер, где его, короче, золотая карточка? Где эта золотая карта миллиардера? Сейчас Татьяна Салмановна там купит мороженку, мороженое из соли. Ну да, дорогая, ну да, ты идешь в магазин? Ну ах, ну да, пешочком, потому что, айте, кроссовки Малибу, надо качать, качать, в общем, попу. Или ты поедешь на Хаммере, любовь моя, какого цвета? Под цвет кроссовок? Я не понял, Хаммер какой подгонять, под этот кроссовок или под этот? Короче, подгоняйте два Хаммера. Один такого цвета, другой такого. Да, два Хаммера. Татьяна Салмановна любит, когда Хаммер, она видит, она должна видеть, что Хаммер подъезжает. Или там где-то сзади. Ну, короче, сзади вот на синем. На этом, на синем, на голубом. Поедет охрана, а Татьяна Салмановна поедет на этом розовом. А как вы хотели? В общем, все. Дорогая, вот тебе золотая карточка, боже, шопится, ни в чем себе не отказывать. Ну все, дорогой, я пошла. Ну все, дорогой, я пошла. Звониться ей не буду, тем более вот этот звонок снят. В общем, скоро приду, скоро приду. В общем, это, жди меня, я вернусь. Мусор, я же не поняла, что мусор, мусор выкинуть, это заранее, ну ладно, в общем.
вернулась с покупками для нашего кафе, ресторана, кафе красоты до бьюти, кафе-ресторан красоты до бьюти. Да. Сейчас все покажу. Но, к сожалению, мороженого по 8 рублей не было. Я подумала, что если даже миллиардер Уоррен Баффет покупает, знаете, вот эти вот, как они называются, эти гамбургеры, не гамбургеры, а эти, в Макдональдсе эти, как-то вот. Что ж я буду покупать по 20? Я взяла там, где по 8 были мороженые. Они казались по 20. Я им сказала, нет, по 20 я не возьму. Так что вот, а по 8 я сделала рекламу, там все раскупили. Так же, как и огурцы с помидорами. Сделала рекламу, все раскупили. Вот. Сейчас я переодену. Ну что, я буду показывать эти продукты. Ну что я купила? Купила туда. Сейчас я съемочку туда поставлю. Сюда. Съемочку туда поставлю. Где у меня еще один стул-то был? Там у меня стулья. Стулья там, нужно сюда стул нести. Помыть, руки помою этим уксусом, руки помою, уксусом сполосну сейчас, тут все остальное. Еще уксусом сполосну, чтобы все чистенько-чистенько было. Переставлю видео. Ручки сполоснула. Надо как-то было мне туда поставить. Ах, я такая вся оргазмическая. Сейчас все расскажу, храни боски. Знаете, так, навести марафеты. Такие суперские марафеты.
Ох, такая супер красотка, сегодня такая супер, прям такая мисселянная. Мужчину видела в магазинчике Семишангов, похож на Дерибаску в молодости. Немножко, правда, ниже ростом. Ох, ну такой симпатичный, такой симпатяга. Ох, да, такой симпатяга. Мужчина. Сейчас буду показывать то, что я купила. И там буду вкладывать, показывать. Здесь немножко нужно навести порядочек. Протереть. А то у меня все там съемка. Нужно порядок. Нужно здесь, конечно, навести вот порядочек. Чтобы был у нас порядок. Ну а что я подумала? Даже миллиардеры покупают. Если эти акции выросли в цене, они покупают более дорогой этот гамбургер, ну вот в этих Макдональдсах. А если нет, то какой-то дешевый гамбургер. Вот. Поэтому они миллиардеры, они богатеют. Понимаете, там в списке Forbes, вторая, третья строчка. А если мы будем мороженое по 20 покупать, мы никогда не будем в списке Forbes на втором месте или на первом. Так что вот. Здесь нужно немножко протереть тряпочкой, сейчас там этой штучкой протру. Я вот только одного не могу понять. Надо будет потом спросить у Билла Гейтса, задать ему вопрос. Знаете, это вопрос Биллу Гейтсу. Сейчас протру, я вот одного не могу понять. Я же там видела, сейчас там все расскажу. Я же видела, что Варен Баффет раз в году переводит деньги в фонд Билла Гейтса на благотворительные нужды. А сам покупает, когда эти акции пошли вверх, более дорогой этот гамбургер. Я вот не могу понять. Он мог тогда выписать себе самых лучших этих поваров по всему миру, чтобы они готовили ему эту экологически чистую еду. Сейчас я очень классно. Я вообще не могу понять, зачем питаться гамбургерами какими-то, вот сейчас еще протру, когда можно при таких деньгах. Зачем в какие-то фонды куда-то? Здоровье, это вот еда, это очень важно. Здесь наоборот надо, чтобы со всего мира самую вкусную еду, короче, свозили. Смазили и питаться самым вкусным и дорогим при таких деньгах. Когда уже потребности удовлетворены, потом уже как-то вот это вот какие-то фонды. А может быть он как Джон Рокфеллер? Может быть, он и разбогател, он, наверное, десятину жертвует. Точно, наверное, он как Джон Рокфеллер. Он, наверное, как там. Тот сказал, что вот так вот десятина Богу. И здесь, наверное, он жертвует эти деньги, десятина Богу, поэтому и богат. Не знаю, не знаю. При возможности я спрошу и вам расскажу. Так что вот. Но я подумала, что сначала нужно как-то все это, знаете, для себя, вот это вот самое лучшее, дорогое, как и гамбургеры. В чем булочка, обратите внимание. Купила продукты для моего кафе-ресторана «Кафе де Бьюти». Булочка по 13 рублей. Кетчуп шашлычный, где-то по 20 с чем-то рублей, очень хороший, дорогой. А вы этого миллиардера не увидите, а он не любит с ним видеосъемка, его на видео не будет. Он, короче, не любит сниматься. Ну, этот миллиардер, он сниматься не любит, так что даже и не мечтайте. Яйца. Дорогой, я купила еще яйца, смотри, десяток, по 54 рубля, десяток яиц. Вот, и сказала, что если не по 54, я брать не буду. Средства для мытья посуды два раза, по 13 рублей, ну примерно, по 12 с чем-то. Вот, дальше что, морковочка для салата, полезна для глаз. Морковка, правда, дорогая, но взяла, морковочку туда вниз положим. Морковочку вниз. Что еще соль? А, нам нужно
это мороженое раскупили, нам нужно дорогое сделать очистку по фэншуй нашего шикарного вот этого дома. Очень шикарно наш, знаете, вот этот, как там, гранд-ресторан, и вообще вот этот вот шикардос. Нам нужно в нашем волшебном шикарном доме вот солькой помыть, очистить от негатива пол. В общем, немножко вот это добавлю этого средства, немножко сольки купила. Так что вот, что еще? Сейчас еще, чем там у меня в сумочке? Что-то я еще купила. Ну, ах, я такая. Ах, прям такая, это Малибу, красотка Малибу. Мандарины. Тоже по очень хорошей цене, 3 мандаринки. Вот. А еще водичку. Водичка по 12 рублей, просто артезианская. Невский ключ. Бутылочку водички. Ну, сдачу я получила, что тут еще? Этот мешочек, здесь все, короче, все. Это на 200 рублей. Весь этот пакет. Мусор я выкинула, пакет. Весь этот пакет стоил примерно... Около мне еще до сдачу дали, 200 рублей мне еще сдачу дали, еще даже денежки остались. Так что полный шикардос. Можно готовить такой обед. Хотела, конечно, мороженое, думаю, вот это сейчас чаек. Сейчас, наверное, чаю попью или яичницу буду жарить. С хлебушком, с черной икрой имитированной, со шашлычным царским кетчупом. А что я подумала, два мороженых, одна какая-то как сладкая вата, другая ванильная. Зачем я буду брать два мороженых, они по 20 с чем-то рублей оказались, когда я могу десяток яиц купить. Вот. Сначала я хотела расстроиться, думаю, как-то мороженое, уж так это, как говорится, уже настроилась на это мороженое. А потом думаю, а не буду я расстраиваться, а что я буду расстраиваться? Зачем мне расстраиваться? Я такая вся на позитиве, мы же учимся позитиву. Вот. Сейчас я вам все это покажу, Буду сейчас готовить такой этот завтрак, такой, ну, здесь уже такой обед. Будем, смотрите, клуб будем изучать, школа очарования. У меня клуб 5 утра. Кстати, прорекламировала, понимаете? А, ни помидор, ни огурцов нету. Прорекламировала, говорю. Огурцы такие дешевые, помидоры дешевые. Сегодня прихожу, вообще нету. Ни огурцов, ни помидор, ни мороженого по 8 рублей. Все раскупили. Забыла обратить внимание на лезвие. Лезвие тоже раскупили. Ну, мужчина у него спросил, он сказал, что должны подвезти. Вот, пожалуйста, реклама. Прибежали, это все раскупили. Вот, а водички, сейчас я водички. Это вот. Школа очарования, будем изучать школу очарования. Может, надо жарковато, надо душ, надо душ принять. Немножко тепло, конечно, я одела, иду как-то по-спортивному. Просто шикарно, просто здесь шикарно. Позитивного мышления, сила позитивной мысли. Татьяна Салмановна Макту Сайф. Очередная передача в моей студии.
просто обратите внимание, то, что я вам озвучила, яйца, мандаринки, средства для мытья посуды, соль, шашлычный кетчуп, батон Оладушкин. Вот. Сейчас там еще покажу. Себя там засниму. Поставлю туда эту штучку. Здесь нужно все это убрать. Столько этого preparation для моего этого кафе красоты. Добьюти. Сейчас сюда я. Да, сейчас. Я уже иду вам тут кое-что рассказать. Ох, такая игривая. Ох, такая игривая красотка. Ох, такая Малибу, девочка из Малибу. Ох, какое солнце, девочка из Малибу. Там мне что-то снимает. Ну да, заснимает. У меня же сюда. Так что вот, ну нужно понимать, наверное, вы поняли, да? Это по системе будем изучать книжечку Натальи Борисовны Правдиной, как я вам тоже там загружала уже и это и выдержки, отрывки из ее книг. Так что вот, ну и огромное количество видео, как она советует, но не только она советует войти в потомство, знаете, войти в образ потомственного миллионера и пойти, ну что, она оплачивала счета, представляя, что вот эта сигара дымится. Я примерно по такой же системе немножко, в общем, как-то вот, вы поняли, да? В общем, как-то это такое было, как же это вам сказать? Какая такая импровизация о том, что мы с Василием Валерьяновичем богатеем. Ну да, мы с ним богатеем, он работает, даже в выходной работает. И не любит он, чтобы я его заснимала, так что вот. Нужно понимать. Поэтому я, конечно, немножко вот так вот представила, что мы с ним уже разбогатели, уже стали этими миллионерами. Ну, в общем, это было такое, немножко такая была импровизация, это нужно понимать. Это моя творческая студия позитивного мышления, силы позитивной мысли. Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин. Вот, ну, по крайней мере, я, в общем, я автор книги «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Изучаю великую науку, искусство жизни, занимаюсь позитивным мышлением с 2002 года. Также в рамках моей творческой студии читаю, как говорится, книги и записываю это, как говорится, на видео по позитивному мышлению и смешанным наукам. Вот такие вот дела. И, в общем, да, учимся у богатых, знаменитых. У Джона Кеха, как он ходил в дорогие отели, в общем, впитывал энергию этих отелей и смог, разбогател, стал богат. Ну, у него своя система, то есть я вам там тоже выкладываю эти мои видео, как скажем, которые я смотрю на ютубе Джона Кеха, на мою страницу Татьяна Салмановна, через дефис, Мактум Сайфуддин, через дефис.
также огромное количество техник, практик Натальи Борисовны Правдиной, которая уже больше 20 лет преподает, богатая, знаменитая женщина, продала дипломированный мастер фэн-шуй, как она называет себя, фея, продала огромное количество, больше 20 миллионов книг. Вот, ну и в общем Джек Кенфилд, который тоже советует повышать уровень своего комфорта, рубашки и так далее. Я посмотрела, он один соавторов «Куриный суп для души», там 500, я даже не поняла. Если здесь 20 миллионов, я там вообще не поняла. Там, по-моему, у него во много раз больше у Джека Кенфилда продано книг. Ну, в общем, Россия, это вам не Америка. Так что вот, ну и Тони Робинс, конечно. Вот, учимся у Тони Робинса. Здесь вообще уже Ноу Комментс. Понимаете, уже давно, как он сказал, там это лимузин, в общем, замок, это уже давно. Знаете, частные самолеты, вертолеты, огромные залы. Вот. Так что вот такие вот дела. Ну что, сейчас буду готовить себе такой, ну, даже сказать, поздний ланч в моем кафе-ресторане «Красоты да бьюти», моей творческой студии позитивного мышления «Сила позитивной мысли» Татьяна Салмановна Мактум Сайфуди. Чуть-чуть покажу мою страницу ВКонтакте, то, что я там загрузила. Конечно, сама, понимаете, вот это вот, убираться, какая, вот эти столько уборки. Готовка, я сколько, знаете, квартиру убирать надо, полы мыть, в общем, еду готовить. А хочется, конечно, поэтому, знаете, как эти миллиардеры, что все уже приготовлено. Только на частном самолете, на Хаммере отдыхать, куда-нибудь там в Малибу. Ну да, куда-нибудь в Малибу, туда. А здесь самой нужно сейчас и полы, и одежду, и в общем это, и готовить еду, и посуду, и тарелки мыть. Вот. Ну что, это моя страница. Что тут у нас интересного? А, знаете, что там? Это угол Долгоозерный и этого Гена Озеров. Гена Озеров. Сейчас мы удалим Гена Озерова из моих подписчиков. Гена Озерова удалили из подписчиков. Ну вот, а здесь я вам загружаю мои, уже пере вот это вот, мои фотографии. Видно вам тут моя страница. Ну, я уж
ж не буду вам показывать, знаете, как я тут посуду мою, еду готовлю, ну, в общем, что. Вот школа очарования. Как она, сначала заработала миллионы, а потом уже занялась собой, понимаете, уже это, раскрывая свои оргазмические потоки. Такое очарование без моря любви. Сегодня это самая волшебная практика богини любви, богини Афродиты. Мы поговорим с вами сегодня о стихии воды. Стихия воды – это самая мощная, самая неподвластная и самая желанная из всех стихий. Когда вы заходите в океан, неважно, в каком состоянии, вы обязательно выходите обновленная, наполненная и глубоко заряженная. Если посмотрите на детей, людей, мужчин, выходящих из океана, они выходят из состояния блаженства. Почему вода имеет такую мощную силу на нас? Мы состоим из воды, потому что вода – это женская сексуальная энергия, потому что в ней рождается жизнь, и без нее… Ну да. Просто что вы сказали? Просто обратите внимание, понимаете, как я выгляжу на тех вообще, как говорится, вот на тех видео, фото и так далее. Ну не хватает, как говорится. Я как подумала, знаете, вот это выходной, хочется, знаете, вот это встать, эти вот это заняться, вот эти школы очарования, оргазмические потоки. Ну да. А так вот сходила пешочком в магазинчик, все это на себе притащила, эти сумки. Расстроилась, что по 8 рублей мороженого нет. Ну, немножко я так обыграла, конечно, там вот это вот. Ну, конечно, расстроилась, когда я обратно шла, я думала, а какие там, какое может быть настроение? То есть даже себе за 20 рублей мороженое не можешь позволить. Какие могут быть школы очарования, раскрывать свою женственность, быть такой вкусной, сладкой манкой, как сказка? Когда такая понимаешь, погода 25, ты даже себе мороженого не купила. Полы нужно мыть, опять пыль стирать, полностью уборку дома делать, еду готовить, посуду мыть. Я, честно говоря, хотела, думаю, как-то я так это, в общем, а потом скажу, да, а потом думаю, не. То есть там вот правильно, понимаете, сначала она разбогатела в Америке, стала такой, что встала, понимаете, вот, на океан сходила, зарядилась энергиями, занялась цигун, йогой, а эти оргазмические потоки, такая свободная, в смысле, не надо ей думать о деньгах, она говорит, вот у нее там банковские счета, она денег уже заработала. А когда здесь надо упахаться, короче, вот это упахаться, прежде чем себя в порядок привести, понимаете, полы вымыть, белье постирать, кушать приготовить, жара, хочется отдыхать, выходной, в общем, как-то вот это, потом это помыться, вообще, знаете, волосы красить надо. Какое настроение? Там к вечеру, пока все это сделаешь, упахаешься. Какие могут быть эти оргазмические потоки, вот это раскрытие вот эти вот этой женственности и так далее. То есть, ну, в общем. Так что вот. И
жара, хочется на природу, хочется, знаете, вот это вот, на природу поехать, на машине. В Петергоф, в Моэллинг, ну хотя бы. И то, я там сколько там это жила, знаете, там тоже, знаете, вот это вот, рядом этот залив, ну, как бы, знаете, залив, в общем, короче. Татьяна Соломановна думает, сказать матом или воздержаться. Знаете, вот это вот, гель для мытья посуды самый дешевый купила за 12 рублей. Это вместо того, чтобы думать, за сколько потом нужно вложить денег, чтобы руки восстановить, ногти восстановить, если вот это вот елохаться вот с этой посудой с самым дешевым гелем. Да это заебаться. Я уже елохаюсь с этим, понимаете, этим гелем. Уже сколько, несколько лет. Потом заебаться, руки вылечить, ногти вылечить. И самые дешевые яйца жрать, которые я купила. Так что, ну это лучше, чем ничего. Но это нужно понимать. Это день и ночь. Это школа очарования, потоки, деньги. Так что вот. Купить самую дешевую булку, самый дешевый гель, елохаться, понимаете, вот это вот руки мыть. Самые дешевые яйца, самый дешевый кетчуп, все самое дешевое. Так что вот. Это хуяк, вы слушали, ебать маяк. Так что вот. Это что я хотела сказать? Это я хотела сказать, что в принципе нужно учиться. Я немножко, конечно, думаю, потому что они, может быть, подумают, что, короче, знаете, я просто сама удивилась на Уоррена Баффета. Одно дело иметь вот эти миллиарды и покупать гамбургер. Понимаете, это может быть определенная философия. Иметь миллиарды и покупать гамбургер. Я бы не стала так жить. Имея миллиарды, купила бы себе ресторан и ходила бы туда. Но никак не гамбургер, это моя философия. Нет, понимаете, есть люди, они просто немножко по-разному, понимаете, некоторые могут подумать, ой, так она тут с золотой карты, короче, это хуяк, вы слушали маяк, самое дешевое все, заебаться купила. Она, наверное, деньги экономит, нахуй. Ну, чтобы их больше было. Потому что все по-разному живут. Наверное. Просто будем изучать, это я к чему? Просто немножко, это понимаете, вот вы можете посмотреть начало и как вот это, просто быть оппозит. Ну, знаете, вот я же вам написала, специалист в области позитивной психологии личностного роста. Посмотрите, там позитивное состояние, вот, психология изучает позитивное состояние, вот, исследует их. Но не нужно забывать, что есть и оппозит негативные состояния, те люди, которые хотят быть позитивными, а не с этими негативными состояниями. Вот. Вот такие вот дела. Так я вам написала в Википедии, там что такое позитивная психология и так далее. Да, исследуем, изучаем. Ну, я и сама изучаю. Я вот хочу быть такой вот процветающей, стремлюсь, изучаю, сама изучаю. И вот школа очарования, ну школа очарования, да, потому что, знаете, мне тоже это очень нравится. С удовольствием изучаю, вот показываю для тех, кому интересно. А также уже, как я озвучила, и Наталья Правдина, и Джон Кеха, и Тони Робинс, и, в общем, Джен Кэнфилд. Вот, смотрю видео, как говорится, вот, тоже хочу, не знаю, у всех разные немножко системы, немножко по-разному преподают. Хочу быть процветающей. Это нужно понимать. Так что вот. Вы смотрите мою программу, моей творческой студии «Позитивное мышление. Сила позитивной мысли». Татьяна Салмановна, Муактум, Сайфуди. Yeah.
ниша – это означает человек искусства. Это не проституция. Они не дают мужчине сексуальную энергию через половой акт. Да? Они трансформируют, гейша – это искусство трансформировать внешнее пространство внутренним состоянием. Поэтому за чаепитие с гейшей аристократия в Японии платила безумное состояние. Ну да. А если, конечно, жрать, понимаете, вот это макароны и самую дешевую еду, так, в принципе, для этого я вообще просто мисс Вселенной, а совершенно шикарно выгляжу. Так что вот. А если вот это ходить покупать самую дешевую, да, вот эту вот булку и так далее, там вот эти кетчупы, самые дешевые яйца там. Как вы хотите? Вы хотите, чтобы вы выглядели как мисс Вселенная вот это вот? Как вот эти холеные в этих Голливудах, которые заказывают себе там свежую рыбу, она должна сегодняшняя быть, эти яйца, только там эти какие-то там от специальных куриц, которые там где-то вот это бегают в счастье, понимаете? Специальный салмон, сегодняшняя рыба и вообще все такое свежее и так далее. Это спортивные нагрузки. Это личный тренер, спортивные нагрузки, это о себе думать. Это посмотрите Мадонну, как она вот это вот, о себе. Специальное питание, хорошее питание. Посмотрите там, и Наталья Правдина что о питании говорит, и Наталья Грейс, что не надо экономить ни на воде, понимаете, ни на своем здоровье. Ну для того, чтобы не экономить, сначала нужно заработать эти деньги и разбогатеть. Вот, так что вот такие вот дела. Кафе, ресторан красоты до бьюти. Смотрите мою следующую серию.